Аснову выставы склалі матэрыялы аб палацах і сядзібах Берасцейшыны, што належалі вядомым шляхецкім і магнацкім родам Беларусі і Польшы. Але мэта выставы не толькі паказаць прыгажосць архітэктурных шэдэўраў, а прыцягнуць увагу да праблемы іх захавання. В значительной степени они уже на сегодняшний день отреставрированы или на них ведутся реставрационные работы. В некоторых даже находятся ныне музеи. Но большая часть усадеб еще ждет своей реставрации. И это задача, которая сейчас стоит перед нашим государством, перед общественностью, частными лицами-инвесторами, которые могут внести большой вклад в решение этой задачи. И мы своей выставкой тоже стараемся свою посильную лепту внести. У стварэнні выставы ўдзельнічала шмат людзей, большасць на бескарыслівай аснове. У першую чаргу гэта фатографы. Алег Малейка, вядомы брэсцкі фотамастак, не толькі прадаставіў свае здымкі, але і прыцягнуў да працы сваіх калег. Это мой интерес, который уже очень давно возник, и я интересуюсь и именно фотографией архитектуры, которая требует внимания, а это непосредственно здание, которое, скажем так, имеется в таком руинированном состоянии. И вот мне вот своими работами и участием в этой выставке хочется привлечь внимание к этим объектам. Архітэктурны ліст чакання. У яго трапляюць аб'екты, план рэстаўрацыі якіх быў створаны, але да яго рэалізацыі так і не прыступілі. Макет рэканструкцыі капліцы-пахавальні роду Рэйтанаў створаны ў 2006 годзе, але развіццё гісторыі атрымала толькі цяпер. Неаднократна пытались Ряховский райисполком поднимать вопрос о том, чтобы реставрировать, но средств никогда не было. 10 лет назад была первая попытка именно консервации этого здания. В данный момент нашли спонсора и проект именно вот консервации, в первую очередь, этого объекта уникального находится в стадии завершения. У год малой радзімы пытанне захавання гісторыка-культурнай спадчыны стаіць большым востра. Лично это очень важно, что в год Малой Родины проходят такие мероприятия. Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего, как говорится. И я думаю, что многие люди у нас заинтересуются этой выставкой. И по этим местам даже вот и мне интересно посмотреть, проехать будет и узнать лучше свою Малую Родину. Арганізатары плануюць зрабіць выставу мабільнай, каб паказаць ва многіх установах вобласці. У Брэсце яна працягнецца да 15 красавіка. Крысціна Пратасавіцкая, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.